Просто наливаю. И разношу вот так пальцем по поверхности. Сначала в одну сторону, потом в другую сторону. Излишки снимаю, видите, да? То есть вот в другую сторону. Излишки сняла. В эту сторону еще раз. Теперь, например, по диагонали. Чтобы распределился лучше лак и не осталось полосатости. Да? Все. Вот так, легенькими такими прикосновениями. Но этот способ хорош только когда у вас лака достаточно много налито. Если будет сухо, то будут оставаться следы от пальцев. А здесь важно именно, чтобы растекался сам лак. Вот и все. И оставляю сушить. Вот смотрите, специально методом проб и ошибок пришла к выводу, что вот такую лакировку можно сделать. Смотрите, я сам там отражаюсь сама, кажется, в этой лакировке. Это три лака, нанесенных вот так, как я вам показала сейчас.